Ну, ночью были прилеты с востока. Такой взрыв, здание содрогнулось. Несколько было прилетов, не одно. И мы с мужем-инвалидом спустились в подвал и ночевали ночью в подвале. Угу. Сильно вздрогнуло. Да. А были стекла полетали, и вот это все. Вот это той ночью произошло. И тут был пожар. Ну, там продавались ситро, бургеры, ну, такое, пища уличная, стрит, шаурма, там вот такое, хот-доги, кофе, чай. А там что-то поперебывало, там какие-то коммуникации? Да, конечно, гляньте, провода валяются. И тут и воздушные поперебивало всякие. Деревья тут, елочки были, все было хорошо, много. И насаждения лесные. Ну, видите, аж куда земля. Тут кирпичи вот там вот были, вот мы сложили с них это столики себе, тяжелые, вот серые, фемы, фигурные элементы мощения. Они около киоска были, они все разлетелись аж к первому подъезду. Если бы этим кирпичом по голове, то все. А вы не хотите эвакуироваться? А? Эвакуироваться. Ну, сейчас уже после этих делов планируем. А есть куда? Нет, некуда. Если бы было, бы уже давно, наверное, эвакуировали. И в кармане вошь на Аркане. Сейчас без денег, куда эвакуироваться? А? Что это собираете? Урос на растопку пищи для приготовления пищи. Электроэнергии нет уже четвертый день, наверное. А генераторы какие-то у вас есть или нет? Нету.